Сотрудники полиции обнаружили оружие и боеприпасы на территории города Ханкенди Ходжалинского района. Информацию об этом распространила пресс-служба МВД. В частности, на территории города Ханкенди изъяты один пулемет, 33 автомата различных марок, 2 пистолета, 7 винтовок, 22 гранаты, 23 запала граната, 10665 патронов разных калибров, 2 оптических прицела, 5 комплектов пеналов, 1 патрон к пулемету Калашников, 186 магазинов, 1 штык-нож, 27 сумок для магазинов, 3 бинокля и 4 устройства связи. На территории Ходжалинского района обнаружены и изъяты 3270 патронов различного калибра, 1 противотанковая мина, 4 ручные гранаты, 12 снарядов РПГ-7 и 8 магазинов для автомата.